Да куда ты? Так, ладно. Без ОК, короче, буду сидеть. Так, раз, раз. Здесь не слышно. Здесь Егор тоже будет слышно. Пишите в комментариях. Так, раз, два. Всех приветствую, ребята, на своем канале. С вами Лео, вы на канале ЛСК. Правила стрима вы знаете уже, наверное, да? Наши вопросики. В чате и роботы пишем. Задаем вопросы по теме стрима. Ну, сегодня у нас стрим такой гайдовский. Возможно, много чего будет интересненького. Так, подождите. Еще звук есть. Так, ладно. В принципе, заходим в игру. Ребята, у кого ролик Logitech G27 или G25, и вы включаете игру, устанавливаете ролик, подключаете его, да, значит, заходите в игру, и у вас начинается вот такая проблема. Просто у вас он будет ходить сам по себе. Как видите, да, если сесть в любую машину. Кстати, игра очень классная, если у кого есть мультиплеер, у кого она есть лицензионная, можем в эти выходные будет стрим, короче, это по этой игре. Некоторые игры, ребята, будут без вебки, так что извините. Смысла не вижу в этой вебке. В некоторых играх. У меня так в My Summer Car будет, ребята, вебка. Как видите, я отпускаю газ, она едет назад. Жму вперед, а она назад. С камерой тут проблема, ребята. Танцуем, погружимся. Видите, камера крутится, да, ребята? Как видите. Так, пожалуйста. Что за Wi-Fi? Как понять Wi-Fi? Ребята, напишите в комментариях. Я понятие Wi-Fi не могу понять. Ну, как видите, да, крутится, ребята. Нажимаем Escape просто на все. Заходим в настройки, управление клавиш. И вот в этом менюшке, в управлении, точнее, в управлении камеры, нам нужно камеру найти. Здесь тоже можете все сбросить, как вам удобнее поставить, да, ребят? Но нам нужна камера. Это колесная техника. Кстати, колесная техника, давайте сразу же настроим, то есть вот. Жмем на газ. Жмем на тормоз. Все, отлично. Руль нам не нужен. Кусничный мы потом настроим. Вот, короче, ребята, вот сюда идем. И вот эти просто берем любые кнопки на руле, программируем. Раз, допустим. Тут, в принципе, так. В принципе, меня слышно, да, ребят? Задержка будет небольшая, ребят, так что извините, если что. Вот, короче, вот эти виды мы меняем на клавиатуре. Вверх и все, отлично. И закрываем. Оп. Все, ребята, у нас камера перестала бегать. Можем спокойно ходить. Сесть в машину. Как видите, машина уже не едет сама по себе. Видно В, ребята. Как видите, машина едет у нас спокойно. Но в этом случае еще начинаются проблемы. Давайте с вами развинем опоры. Где там? Так, где у нас свободная камера? Все, опору мы подняли. Переходим за счет клавиши Tab, ребята, в режим автокрана. У нас начинает подниматься круг. Ну, не поднимается, точнее, у нас круг ходит в текстуры. Вот, видите, он сам по себе едет. По-моему, еще что-то. Короче, он сам по себе крутится, круг. И стрела, видите, да, сама по себе выходит. Нажимаем также опять Escape. Настройки находим, то бишь, значит, опять настройки клавиш. Это, в принципе, можно забрать. Пока все закроем управление техникой. Это я потом настрою, колесную технику потом настроим. Кусничную настроим потом. Это мы уже тем более настроили. Персонаж там нафиг не нужен. Из корабль тягач пока не нужен. Нам это тоже нам не нужно. Нам нужен автокран. То бишь выдвинуть стрелу. Пусть будет это, к примеру.
Убрать стрелу в это. Опустить не будем трогать. Это не надо. Это все просто программируем на другие кнопки, ребятки. Да, что? Это есть. Пусть пробует это. Ну и чтобы мы сгруз можно было поворачивать, мы перенастраиваем другие кнопки. Wi-Fi, да, есть. Ну, ребята, я не на Wi-Fi сижу, я сижу на проводном интернете, поэтому у меня и стрим качественный. Так, ну что, закрываем. Все, у нас все остановилось. То есть можно спокойно управлять краном. Будешь поднимать стрелу. Это за кругом следит камера. Все, можно спокойно, дальше, как видите, работает. Ну, в принципе, все, надеюсь, понятно с остальными. Давайте так на стриме понастраиваю, чтобы стрим был не так уж скучный. Так, ну все, в принципе, экран мы настроили. В этой игре много техники интересной, ребята. Что, убираем опоры? Опоры убираем. Мне, ребята, чем эта игруха очень нравится. Спасибо. Потому что мы сейчас давайте-ка с вами настроим гусеничную технику. Тут минус, ребята, этой игры в том, что он бегает, когда просто нажимаешь на клавиши, а когда shift, он ползает, как черепаха. Ведь у нас экскаватор сам стал кататься задним ходом. Поэтому мы опять-таки заходим в настройки. Управление, находим гусеничную технику, вот она. И просто тупо настраиваем все эти кнопки. Раз. Ну, опять-таки также просто вот эти кнопки сбиваем, которые у нас здесь вот, и все. Все. То есть я не смогу сейчас не работать. Кабо не поднимается. Сейчас мы опять-таки заходим в настройки. Я сейчас быстро это настроим, прям занастрою его. Это мне нужен так опор. Это башня корана. Потом, кстати, ваш экскаватор сразу же тут. Так, нам нужны, значит, вторая и ковш. Значит, это раз. Два. Ну и ковши, естественно. А тут по-всякому можно, ребята, настраивать. То бишь, как бы, как вам удобно, настраиваете. Ну и, соответственно, повернуть груз. Если у вас руль, как у меня вот глючит, как он вначале говорит, это бывает. Все, в принципе, что. Все, можно работать экскаватором. Все, пожалуйста, выйди с кабины. Все, в принципе. Также ездить не можно. Мне нравится, что здесь ездит как на настоящем. То бишь, отпущу одну кнопку, помните? Одной гусеницы. Может так вот. Для быстрого разворота. Стрим немножко зависает, так что извините. Так что, ребята, если у кого эта игра есть, только лицензионная желательно. Можем в субботу поиграть. Так, что у нас там дальше попало? Какая техника? Так, идем дальше. Бежим точнее. Тут много всяких машинок интересных. Вон. Бетономешалка, каток. Еще один кран. Тягачи, прицепы всякие, ребята. Так что здесь очень много чего интересного отобрались. Так что надеюсь, кому-нибудь этот гайд понравится. Так
что ссылочка на донат ряда в описании. Теперь мы просто вот, кстати, еще одну кнопочку с этого мы настраивать. Это сейчас настроим мы на общем управлении. Ну, короче, это все мы сбросим тоже. Нафиг это нам надо. Даже можно, знаете как, я обычно той кнопкой, которой не пользуюсь, это сбросываю. То есть задним ходом я и не пользуюсь. Все. Это мы просто сбросим и все. Так, ладненько. Это мы настроили. Теперь на что настроить? Так, это мы настроили с вами. Автокран мы настроили. Ну, катка, что тут у катка? Сжатие любой кнопка. Вот, к примеру. На самосвале я ничего не оставил, ребята. Бетонный смеситель. Бетонный смеситель. Ну, это бетонный насос, так сказать. Называется так. Автопогрузчик. Но это потом уже будет настроить. Это не важно. А погрузчик что тут? Вилы. Раз. Вилы. Два. Поднять груз. Три. Опустить груз. Четыре. Все. Ну, в том числе сопровождение это вот буровая. Бетонный насос. А там был... А, да. Куда поставить, спасибо. Так что это, в принципе, здесь я ничего играть не буду, я просто вести буду настраивать и рассказывать, что настраивается, как. То бишь, в принципе, здесь все легко, вот. В принципе, давайте-ка в нем сядем. А, это у нас прицеп. Давайте вот это настроим, куплю. Так, ну все, как хорошо, это у нас прицепы. Так, это пока закроем все. Питомный насос тоже закроем. Гусеничный экран. Тоже, кстати, интересная вещь. Большой экран. Тоже прикольно. На, буду строить сейчас его. Безголовый. Бескорабный прицеп. Пандус. Не нужен. Не нужен. Вот эти, короче, влево. Точнее, вправо. Так, куда? Шик. Лево. Шик. Также вот здесь они есть, кстати, колеса. Так. В принципе, так. Опоры я не буду трогать, потому что смысл в этом. Так, самосвал. Тоже не буду пока ничего трогать. Так, корабль прицеп. Опять вправо. Влево. Бетонная мешалка. Есть такая мне вещь, но тут я только устраиваю короб, кстати, как в том короб настроить, который поворачивается влево-вправо. Договаривать нормально. Вот настраиваю чужую игру к стриму, к субботнему. И решил вам показать, это как настроить роли. Либо 25, либо 27 в этой игре. Чтобы она работала хорошо у вас. Да, давайте проверим, что получилось. А, сейчас надо даже... Или подождите. Стоп, ну-ка, это Shift. А, значит, надо Shift на что-то запрограммировать. А Shift это у нас... Управление техники, по-моему, было. Ну что, гудок, в принципе, тап. Можно гудок обычно сюда делать. Это... А вот он, Shift. Также можно настроить здесь по удобству, ребята, сигнал поворота, то бишь налево. Ну, она так будет вычислить это, поскольку здесь уже другая клавиша, она там была запрограммирована. Налево есть. Сейчас также и направо будет проблема. Так, настройки нам нужны. Ну, в игре это уже, ребята, они не будут кликаться. Ну, то есть, такой вот. Ерунду вам выдавать. Ну, поворот аварийский у нас будет на эту подушку. В принципе, все. Так.
Или она отцепляет и прицепляет груз. Достаточно. Так, давайте-ка мы... Видите, у нее крылся программа. Ну, что-то я не тут прицеп программу, но... Еще. Что будет постоянно заносить влево. Так, минус, как он тебе прицеп называется? Давайте дальше настраивать. А, еще нам надо настроить цепку, где-то здесь было. Тогда нам... Где-то она должна быть управлена с цепкой. Ого, вот цепка. А на любую другую кнопку нажимаем, и все. Это мне понравилось. Все. Варит хорошо у меня. Просто замечательно. Цепку мы настроили с вами, отлично. А то будем включать правый поворотник. У нас машина цепляться будет. Так, он автокран. Самосол, мускали. Так, а еще что у нас? Бетонную мешалку мы настроили. Странно, где еще прицепы? А, вот он. Как раз на котором мы сейчас с вами сидим. Туда влево. Вот правечка. Право. А, так, не понял. Давайте-ка еще разочек. Что-то не хочет. Что-то не хотеть. Давайте его расцепим. Давайте попробуем сейчас запрограммировать его. Настройки клавиши. Ну-ка. Ничего не понял. Ну вот сейчас по-моему все произошло. Так, налево. Направо. Все. Ну-ка. Давайте, конечно, всем тебе распустим. О, все, ретро, потом. Все, нет. Это не он. А как он называется, этот прицеп, думаю? Так, давайте-ка от него отцепимся сейчас. Спись, сейчас посмотрим, какой-то мы запрограммировали. Так. Часть вторая не будет. В принципе, это все, ребята, аналогично загружает. Ну, все аналогично настраивается. Я вам просто хочу показать игру. Насколько она прикольная. Так, вот здесь спокойно. Оп. Также здесь можно так вот. Ну, это, ребята, для буровой. Это он для этой машины, для этого аппарата. Странно. Так, давайте-ка его опять-таки рассыпем, да, сон. Так. Чего ты? Отцепись. Просто народу мало, и тем более это такой скучный подкаст, и может быть выходные подойдут, потому что будет очень интересно. Мы будем с вами ставить эту как его, памятник или как его там, какую-то статую, короче, будем устанавливать. Ну-ка. Так, не сразу. А, ну вот. Тут
два, да, таких комнат. Так этот-то почему он запрограммировался за такой? Странно. О, давайте. Пока вот игра, ребятки, так что. Надеюсь, кому-то помог. И даже есть очень много экранов всяких. Сейчас у меня начнут идти. О, не понял. Она же гусеничная. Алло. А, видите? Сейчас у меня начнут расползаться эти, как его. Обратите внимание сейчас. Оп. Сейчас мы ее, давайте ее последний настроим, это буровая. Странно, большой прицеп низкорамный. А вот еще низкорамный полуприцеп не запрограммирован. Это как раз тот, наверное, который есть. Вот он, сейчас мы его запрограммируем. И... все, отлично. Ну все равно кто-нибудь да посмотрит, ребята, это видео. Без музыки, потому что я здесь что-то... я потом... а, есть музыка, которая не имеет... ну, для которой авторские права не нужны, так что потом включу, когда стрим будет. Так просто, чтобы не слышно было. Где ты, бетонная мешалка, твой права, вот она. Гусеницы сюда идут. А, вот, все. Так. Я уже забыл, как мне там на самом деле. Так, кто? Так, это вообще будет из нее. Икс, по-моему. О. Так, вид камеры. А, икс из этого. Все. Да, для транспортировки мы берем сейчас. Вот и все, ребятки. Так. Ну что, мы... давайте тогда что еще можно. Тут из техники то что еще может быть, я буду пользоваться насосом. Вот такой круг может быть из-за того, что клавиши не так настроены. Давайте с крючка начнем. Так, где у нас так, круг? Круг. Тут абсолютно любые кнопки можете программировать на руле. Потому что они не будут дублироваться у вас в самой игре. Я не видел. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, ребят. Просто можете как хотите их настраивать. Вот все. Все, у нас остановилось. Как видите. Ну, ага. А, подожди, понял. Алло. Все, можно двигать вверх. Вниз. И круг, как вы видите, остановился на своем. G и E. А, К. Вот. Теперь нам влево вправо запрограммировать. Это все, в принципе, работает у меня. Так, влево вправо это у нас. Так, влево вправо. Вот, по-моему. Ну, давайте влево будет сюда. Право будет сюда. Всё. Привет. Привет. Ну, все, в принципе, на рабочем. А вот так она складывается вот так. Так. Так, подождите, если надо вспомнить, как она складывается, что так. Вот так. Подтверждаем. Все. Все это магическим образом исчезло.
все, спинанга укомплектована. Также обратно. Сейчас опять зависнем. Шум. Шток. Она готова к работе. Ну, я думаю, ну, технику у меня пока сейчас настраивать. Она аналогично настраивается. Давайте я вам покажу, что еще есть в игре. Автомобиль сопровождения. Вот такая машинка. Так, это варит. Я уже не ту покажу просто. Также можно. Запрограммировал эту кнопку. Такой автомобиль сопровождения здесь есть. Потом здесь есть еще он. Где он? Жия, где он? Далеко сидим, ребята. Сейчас мы его настроим. Ну и тележку, естественно, надо запрограммировать. Что? Круг. Круг. Так, не понял. А что-то я не дозапрограммировал этот круг. По-моему, вверх. Поднять круг. Конечно же, не запрограммировал. Да. Так ты... Не понял. Давайте-ка на камеру круг сделаем. Нормально, круг в текстуру ушел. Это круто. Давайте его попробуем. Так, ладно, давайте другую кнопочку запрограммируем круг. Вот так, в принципе, ребята, все в этой игре настраивается. Смотрите, ну, все. Это не сбросился, кладу. В принципе, игру поднять можно. Так, вот так нажмем, все. Не понял. Да я не вкуриваю, ребята. А, ну понятно. Круг завод. Вот, все. Все, успокоили круг, слава богу. Смотри, какая высота. Птичья. Красота. Все, в принципе. Ну, осталось настроить только вон тот кран, который вдалеке. Ну, его уж я не буду, наверное, настраивать, поскольку больше он, наверное, не понадобится этой игре. Хотя больше хип заказы есть на нем прикольно. Тут заказов-то мало. Обучение, основные заказы. О, здесь может понадобиться. Мост. Я уже строил. Можно он. А я взял вот эту статую, короче, надо поставить будет в это. Так что, кто хочет со мной, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Я думаю, я там, мы на этом закончим. Даже можно, давайте покатаемся на, знаете, чем. Давайте-ка. А, интересно, помогли эти работы еще. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, я там. Петрович.
Здесь также можно импортированные транспортные средства покупать. Может, ну-ка добавить за мужского автопарка. Нет. Это обычный кран. Я ничего нового не добавили разработчики. Можно импортированные транспортные средства покупать. Вот это, по-моему, легковуха. Давайте ее купим, потом еще продадим. Покатаемся, давайте, на ней. Так, где наша машинка новенькая? Так. У нас будет этот, типа... Ух ты. О, реально, нормальную машину купили. Хотел другую купить. Так, с моим камера, к сожалению, вроде бы как не работает. Или должна работать, я уж не помню. И только так вот. Странно, почему камера не работает, блин. Вот это все сильно. Только вот так вот можно. И звука нету. Нафиг она нам нужна. Нет, хаммер нам не нужен, это не снизу. Нам нужен хаммер. Нам нужен что-то другое. Так что мы его просто на себя продадим. Нет, вот он. Продать. Блин, я помню, что здесь это была машина. А, вот она. Точно, вот она. Ё-моё. Так что, ребята, всем привет. Ну, давайте, ребята, буду потихонечку заканчивать, что за всем. О, нормально. А что такое? Выхлоп типа. А вот это, по-моему, была камера. А, вот. Опять у нас звук. Зеркал, нет, у нас вся машина, ребят, так что можно покататься. Так что вот такая вот игрушечка, ребят. Вот 14 штук выходит. Ладно. Я так думаю, вы все ждете, наверное, игру My Summer Car. Поскольку в этой игре что-то никто не сидит. Ну такая вот машинка легковушечка это. Пых. В этой игре так-то это звук есть. В этой машине просто очень хороший звук шумоизоляции. Потому что мотора не слышно. Как вы видите. Вот железнодорожная станция, ребята. Откуда вы начнете игру? Так что ладно, ребята, давайте тогда мы. Чем мы? Здесь можно перемещаться, ребята, с клавишами. Сейчас мы уже сразу на базе. Вот мы дома. Побуяним немножко. Так что, ребята, надеюсь, кому-то помог. Это такой гайдик. Сейчас посмотрю по трансляции, это мы, наверное, будем прощаться. А прощаться буду, наверное, все-таки, знаете, на каком-то экране. На какой тачке, на какой технике. С такого ракурса. О. Так что, это ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ну как. Ну, как раз 20 минут. Так что, ребята, спасибо за то, что хоть кто-то был на этом стриме. Но я думаю, уже буду заканчивать потихоньку. Потому что я сейчас еще хочу немножко в My Summer Car постримить. Надеюсь, этот стрим вам был полезен. Гайд. Так что, ребята, там все легко и просто. Потом в повторе можете посмотреть, как я настраивал все, почти всю технику в этой игре настроил. Так что, ребята, в субботу по вот этой игре будет стрим. Всем спасибо, до новых встреч. Минут через 20, ребята, может быть, стримчик еще будет. Короче, ребята, если под этим стримом, вот сейчас, когда я закрою его, и будет хотя бы 10 лайков, то My Summer Car будет точно. Всем пока. Удачи. С вами был Лев.